Очень многие люди когда-нибудь готовили жульен. В принципе, классические приготовления жульена – это в кокотницах, да, там что-то такое, вот куриное филе, обжаренное. Можно добавить грибы, можно сделать из одних грибов, можно сделать из одной курицы, можно все это грибы и шампиньоны, там грибы, курицу смешать вместе. Потом, значит, делается соус, все это тушится соусом, раскладывается в кокотнице, засыпается сыром и запекается в духовке. У нас есть небольшой такой вот, как интерпретация, можно сказать, этого жульена, который можно подать даже на новогодний стол. И он очень будет и красиво смотреться, и очень оригинально, и очень вкусно. Готовим обычный жульен. Ну, естественно, мы его не запекаем в кокотницах. И как бы делаем соус такой немножечко, как бы, чтобы он был погуще. То есть жульен должен стать немножко такой, как густоватенький. Курица, грибы, все это обжаривается. И, значит, делается соус. Можно сделать сырный просто соус, можно сделать белый сливочный соус. Из сметаны, из сливок. И вот я делаю, например, сливки, добавляю туда приправы и немножко загущаю мукой. И получается как бы такой густоватенький соус. Что мы делаем подачу, чтобы получилось красивое на новогодний стол? Нужно пожарить блины. Обычные тоненькие блинчики. Не блины, в принципе, толстые блины, а тоненькие блинчики. А рецепт, кстати, блинов, вот этот вот на воде, очень хороший у нас есть. И на середину блина кладем ложку этого жульена уже готового. А блин сам можно сделать бантик, вот так, как кулечком его свернуть. Завязать зеленым луком. Или там укропчиком перевязать. Или морковкой полосочкой, там той же корейской, она более такая получается эластичная. Можно сделать, просто завернуть конвертиком, как мы обычные блины с начинкой заворачиваем. Можно сделать уголочками, типа как конвертик, как грудных детей, как говорится, заворачивает. То есть вот мы делали вот именно мешочком вот таким и завязывали зеленым луком. И когда вот их... Можно сделать меньше там столовой ложки, и получится они маленькие. Можно сделать покрупнее. Но это просто так получается необычно. Причем это когда вот ешь, это... Вот это сочетание блинов и жульена, оно просто необыкновенное. Вообще просто вот очень интересный вкус получается. И, конечно, улетают просто вот моментально. И я говорю, вот очень красиво смотрится на таком, на праздничном столе. В любой интерпретации.